Документальный фильм «Свое место» о семье Синюк мы снимали в прошлом году. Впервые в эфир он вышел в феврале. Сегодня мы решили фильм повторить. Смотрите сразу после выпуска новостей. И к другим темам. День семьи отмечали в Серпухове. Традиционный праздник организовало Серпуховское отделение Союза женщин Подмосковья. На этот раз он собрал семьи разных национальностей. Русские, молдаване, украинцы, армяне, лезгины, аварцы, кумыки, таджики, узбеки. Каждая семья знакомила гостей со своей культурой, обычаями. Каждый год в этот день мы приглашаем семьи, ну, разные семьи. Были года, это были трудовые династии, были семьи, воспитывающие детей инвалидов, семьи, занимающиеся бизнесом, семьи приемных детей воспитывающих. В этом году, с учетом того, что 2022 год определен президентом как год культурного наследия народов России, мы решили пригласить семьи разных национальностей. В нашем Серпухове более 20 национальностей проживает. Магомед – аварец из Дагестана. Рассказал о традиции создания семьи той местности, в которой родился. Его жена русская. Сначала родители насторожились, потому что в их семье не принято брать жены из другого поселения. У нас вообще принято жениться на девушках своей местности. Да, у нас даже, можно сказать, соседнего села не берут. У нас так получилось, что в этот период в нашем селе, где я вырос, было очень мало девушек. Можно сказать, на десятерых молодых людей приходилась одна девушка. Ну и так получилось, что в этот период, когда уже жениться тоже хотелось, я жил в Ростове-на-Дону, там работал и так познакомился со своей будущей женой, с родителями поговорил, договорился, как бы, и вот так поженился. Несмотря на то, что приглашенные живут в Серпухове много лет, внутри семьи они чтут национальные традиции. Большая дружная семья Сава рассказала, как отмечают молдавские праздники. Они, как известно, не обходятся без песен и молдавской хоры. Мы очень рады сегодня присутствовать на этом замечательном мероприятии, где собралось столько разных национальностей, как будто мы вернулись в Советский Союз. Наша семья представляет Молдавию. Мы очень готовились долго к этому мероприятию, подбирали костюмы, подбирали репертуар. И наша цель сегодня всех гостей перенести виртуально в Молдавию, гостеприимную, солнечную, где всегда рады гостям, где всегда рады друзьям. И думаю, этой атмосферой молдавского гостеприимства мы сегодня заразим всех гостей в зале. В общем-то, город – это тоже большая семья, будем так говорить. И, наверное, тогда, когда мы знаем и уважаем национальную культуру, национальные традиции, тогда и в семье мир, уважение и взаимопонимание. Вот, собственно, и весь смысл праздника. Всех гостей с праздником поздравила депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Союз женщин выразил благодарность спонсорам, которые помогли организовать мероприятие такого масштаба. Этот праздник позволяет нам лишний раз проявить внимание к близким людям и задуматься о их значимости в нашей жизни.